Чтобы приготовить оригинальный салат из свеклы с благородным голубым сыром, сначала запекаем в духовке полезный корнеплод, слегка его подсолив и приправив смесью ароматных перцев. На это уйдет чуть больше часа. А пока сделаем соус. В густой бальзамический крем добавим ложку меда, сок из дольки апельсина и щепотку любимых специй. Выкладываем на тарелку тонко порезанную свеклу. Украшаем салатными листьями. Теперь ломаем на кусочки сыр дорблю или рокфор и кладем их на салат. Поливаем бальзамическим соусом и украшаем сочными гранатовыми зернами и обжаренными тыквенными семечками. Приятного аппетита!